Итак. Есть разгон. Алексей Мищенко лидирует. Евгений Новак его преследует. Новак как будто ставится даже раньше. Мищенко неплохо широко. Ой, Новак перекладывается, скрещивая траектории, слишком из-за этого заталкивается внутрь и был вынужден разворачиваться во избежание контакта и перекрытия траектории своему лидеру. Итак. Есть постановка, ставится Новак. А Мищенко не отпускает его хорошо, близко, почти даже синхронно. Сохраняет дистанцию Алексей Мищенко, не без коррекции. У Новака слишком какая-то резкая перекладка произошла на прямичке. Но да, Алексей Мищенко единогласно проходит в топ-8. Есть старт, видим по фарам, появляются пилоты из-за поворота. Мищенко лидирует, Быков его преследует. Ставится Мищенко. Он же, как мне показалось, но тем не менее траекторию выдержал. Быков за ним переложился, ну и потерял занос, выровнялся и еще и развернулся, допустил opposite drift Сергей Быков. Для Сергея это дебютные соревнования, опять же хочу подчеркнуть, Алексей Мищенко все-таки несколько сезонов. И мы смотрим вторую половину этого хита. Сергей Быков лидирует, Алексей Мищенко его преследует. Уж как вырывается Сергей Быков вперед. Узко перекладывается во второй зоне. И было узковато первая зона в исполнении Быкова. Там допускает какой-то косячок Быков. Но Мищенко отрабатывает, постреливая огоньком. И Алексей проходит в топ-4. Уже, точнее. Есть решение судей. Сергей Фуртуна проходит в финал. Марк Овчинников отправляется в заезд за третье место. А у нас уже на трассе следующая пара. Алексей Мищенко, Александр Косогов. Мищенко, как хорошо проезжает первую зону Мищенко. Немножко через ровные колеса перекладывается Мищенко. Косогов рядом при этом. Все, ох, какая перекладка в исполнении Косогова. Здесь надо напрыгивать Александру. Старается он это сделать, но Мищенко отрабатывает в роли лидера прям. И у нас есть старт. Пилоты разгоняются. Александр Косогов. Ох, цепляет бетон Косогов. Но Мищенко это также не смущает. Опять же, через небольшое замешивание перекладывается Мищенко. Аккуратничает через прямые колеса. Ох, как близко залазит Мищенко под Косогова. Рано, конечно, это надо делать вот на этой перекладке. Но тем не менее. Тем не менее, заезд ничего. И Алексей Мищенко проходит финал, где он встретится с Сергеем Фуртуной. А у нас финал. Я хочу, чтобы лайки взорвали YouTube-трансляцию, а мы получили максимум удовольствия. Заруба. Заруба первого-второго места квалификации. Сергей Фуртуна и Алексей Мищенко. Это турбо-заруба, я бы так назвал. Фуртуна ставится неплохо. Ну, ух ты. Шире, чем обычно поехал Фуртуна. А вторая зона узковата. А Мищенко при этом был широко там. Да, Фортуна перекладывался, но у Мищенко было, как бы это странно ни звучало. Алексей Мищенко лидирует, Сергей Фуртуна его преследует. Ух, как уезжает Мищенко на постановку, Фуртуна. Не удается сократить дистанцию. Тяжело, да. Уезжает Фуртуна далеко, прям. Ой, Фуртуна Мищенко далеко прям с разгонки, но Фуртуна до финиша сокращает дистанцию, но не к двери. И победителем сегодняшней гонки Видлук Сноудрифт на автодроме Чайка становится Алексей Мищенко! Команда BC Drift на BMW E46. Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем. Пилоты, давайте рядом, наверное, садитесь возле Лехи по центру. Еще раз поприветствуем призеров. Александр Косогов, Сергей Фуртуна и Алексей Мищенко. Вот такой вот интересный подиум, вот такая вот необычная гонка у нас получилась.